Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятушки, не забываем про опцию суперспасибо и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятушки, слушаем Лоджинс. Ребятки, ну начало великолепно, ребятки. Знаете, прям вот заряжает. Видите, как я рукой делаю вот так? Знаешь, заряжает, ребятки. Заряжает энергией, ребята. Молодец. Голос прекрасный, музыка начала чудесная. Зарядка, прям зарядка, ребята. Наличка на карман. Джинсы спущены до жопы, держат мой номинал. Когда я делал 5 градусов, ты просто спал. Все эти медали на мне я сколотил себе сам. И подходя к любой двери, кричу, откройся, сезам. Джинсы спущены до жопы, держат мой номинал. Когда я делал 5 градусов, ты просто спал. Все эти медали на мне я сколотил себе сам. И подходя к любой двери, кричу, откройся, сезам. Так, ребятки, что скажу, мне трек очень понравился, очень понравился, слова мне понравились очень сильно, очень, во-первых, немножко юморочек есть, это естественно, ребятки, все по-современному, про денежки говорит, как он деньги зарабатывает, про свою девочку, подходит к любой двери и говорит, сезам, откройся, давай деньги, чтобы приходили ко мне, говорит, в штанах, в штаны снимает джинсы, например, просто, да, и он, у него в джинсах номинал, деньги большие. Он поет о деньгах, о любви, обо всем, ребятки, о своей жизни. Он поет про спущенные джинсы, это так модно, спущенные. Ну, это естественно, я просто говорю, ну да, ладно, я так сказала, выразилась не так. Ну, джинсы мои держат номинал, значит, деньги держат. К любой двери подходит, к любой, не то, что именно к двери, а к любому, например, вот, моменту, объект. Любому. И говорит, сезам, откройся, значит, деньги зарабатываем, деньги, понимаешь, чтобы денежки шли. Молодец, так должно быть, это жизнь, это бы работа, ребятки. Ну, голос чудесный, ребятки. Пел очень хорошо, трек замечательный, сделано. Профессионально, ребятки. Мне понравилось его настроение, ребятки, что он умница, что он зарабатывает деньги, ты молодец. Это твой труд, твоя работа. Ну, музыка шикарная, ребятки, я танцевал, я двигалась. Вообще мне все понравилось, легкий. Чистый, ну приятный. Как чистый, приятный, легко двигаться, ребятки, не напрягает, ребятки, понимаешь, самое главное, не напрягает, ребята, все понравилось, ребятки, молодцы, профессионалы, так и говорить надо, сезам, откройся, молодец, молодец, умничка, пока, друзья.